И теперь смотри, я могу здесь поставить еще кого-нибудь стрелка. Давай вот этого просто стрелка. Ага, за 500. Все, купили. Поставили. И внизу можно поставить, я хочу червя, но пока денег не хватает. Ладненько, сейчас мы сразимся и купим этот червя. Я хочу посмотреть, как этот червь будет вообще, что с ним будет происходить. Так, лучники, смотри, мы улучшили стреляемость, да, получается? Стреляемость. Скорость выстрелов, да, ну, в принципе, тоже неплохо. Так, идут ребятки, идут. Сейчас мы их быстренько, давай вот этих солдатиков сразу выпустим. Что они там стоят? Ну, давайте. Да, Дуда плей. Дуда плей. Всем привет, ребятки, вы на канале Дуда Плей, и мы играем в Battle Quest. Так, попробуем, Battle Boy, типа, за какие-то синенькие штучки падают, надо их убивать. Так, здесь можно, кстати, ускорить времени, ага. You can change game speed. Так, давайте не сильно быстро, алё, давай этих выпустим. А, все убили, нормально. Battle Castle игра. Так, и что здесь у меня дается? Здоровье типа купить можно? Ну, давай сделаем улучшение. Ага, все, улучшили мы полностью здоровье. Сделаем апгрейд замка, давай, улучшим. Вот, хорошо, деньги есть, у нас 120 только. Давай лучников улучшим. Хорошо, все, играем дальше. Смотрим, кто против нас. А, вот эти какие-то синенькие слизняки, да, вот, и зомбаки идут. Так, ну сейчас попробуем. Давай этих самых монстриков. Так, а смотри, какое-то волшебство происходит. А ну-ка, что у нас там получается? А, вот, на них навести. Все убили. А, победа. А, в принципе, смотри, мы быстро выиграли. Так, улучшаем замок. А, давайте лучников еще улучшим. Мы добавляем просто по одному лучнику, да? Ладно, идем. А, дальше в бой. Идут опять слизнячки. Вот эти мы их сейчас быстренько зафигачим. И давай это лучников. О, не лучников этих, ребятушек. Вау. Подожди. Здесь нужно волшебство. Во, ох, нифига, смотри, какой-то зомбарь. Зомбарь какой-то идет. Мощный какой-то. Как же мне тебя победить-то? Алло. Он сейчас будет фигачить мой замок. Смотри, он пинает его. Пинает мой замок. Как же тебя уничтожить? Defeat. Что это значит defeat? Я победил? Или что? Или проиграл? Давай улучшим здоровье. Ага, все, хорошо. Дальше. Улучшим... А, улучшить замок не можем. Давай лучников улучшим. Ага. Все, идем сражаться. Ну, в принципе, как бы, я думаю, несложно. Мы сейчас будем просто улучшаться. Этих, видишь, мы мочим быстро. Зомбаков сейчас посмотрим. Вот этих вот тоже разрушим. Быстренько разрушайте. Нет! Давайте вот этих вот ребят. И волшебством сейчас мы их пофигачим. Так, а где у нас здоровье? А, босс, все, босс умер. Победа. Хорошо, давайте вот этот слот увеличим магов. Ага, сколько у нас денег? Ну, давай за 300 возьмем. Fire Mage. Огненный удар. Покупаем. А, не хватает денег. А зачем ты мне вот это все показываешь? Вот это, что ли, улучшить? Нет, не хочу. Все, идите нафиг. Апгрейд. Давай сделаем. Что у нас тут получается? Давай замок улучшим. Это и все? Мы улучшили? Что произошло с замком? Сверху какая-то деревяшечка, да, появилась? Ага. Ну, ладно, давайте, стреляйте, ребята. Уничтожайте. Зомбаков вот этих всех. Так, давай воинов пошлем. Сражайтесь, воины мои. О, отлично. В принципе, смотри, несложно было. Было несложно. Убили. Давай дальше. А вот у нас, смотри, здоровье красненькое, да? И магия синенькая. Давай магию сделаем. Вот. Молния только, да, у меня фигачит. О, опять этот, смотри, чувак идет. Давай сюда, моих... Солдат отправим. Давай, мочи вот этого большого чувака. Так, у нас здоровье... А, ну все. Я боялся, что у нас здоровья не хватит. Хватило. Отлично. Так, и можно, в принципе, улучшить сейчас кого-нибудь. Кого-нибудь еще улучшим сейчас. Давай лучников. Во! У нас еще есть. Вот, чем больше лучников, тем лучше. Отправляемся. Сражаемся. Вот бегут у нас вот эти вот... Слизнячки, и тут какие-то идут орда не зомби, а какие-то другие чуваки. Ну, мы их сейчас быстренько убьем, будет нормально. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, давайте быстрее солдат мы их отправляем. Так, здоровья, в принципе, у нас много. Хорошо, победили, отлично. Отлично, что у нас здесь еще? Давай улучшим, давай этих стрелков побольше, вот. Максимально прокачаем, почему бы и нет. Больше лучников, смотри, лучников сколько много.
Вот, чем больше лучников, тем лучше. Так, солдатики, вперед. Вперед, солдатики. О, много мы здесь денег заработаем, смотри. Так, сразу волшебство. Вот, отлично. А, там еще, смотри, сколько слизняков идет. Надо их зафигачить сейчас. О, выиграли. Победа. А, что у нас здесь? Здоровье. Давай здоровье улучшим. Давай защиту улучшим. Вот эту давай улучшим. Ага. Вот, давай вот это что-то такое, не знаю, что это такое. И защиту. Что у нас здесь? Давай вот этих бойцов улучшим. Все. Так, еще есть? Нету. Хорошо. А по деньгам давай еще купим лучников. Либо сделаем улучшение замка. Давай замку улучшение сделаем. И теперь смотри, я могу здесь поставить еще кого-нибудь стрелка. Давай вот этого просто стрелка. Ага, за 500. Все, купили. Поставили. И внизу можно поставить, я хочу червя, но пока денег не хватает. Ладненько, сейчас мы сразимся и купим этот червя. Я хочу посмотреть, как этот червь будет вообще, что с ним будет происходить. Так, лучники, смотри, мы улучшили стреляемость, да, получается? Стреляемость. Скорость выстрелов, да, ну, в принципе, тоже неплохо. Так, идут ребятки, идут. Сейчас мы их быстренько, давай вот этих солдатиков сразу выпустим. Что они там стоят? Вот, давайте. Все, победа. Эй, ага, все, ребята. Берем червя за 500. Да. Посмотрим, как он будет. Что вообще, что он будет делать? А что тут еще? А, можно еще что-то ему добавить, да? Ну, пока не будем. Посмотрим, как он будет защищать. Что он делает вообще, интересно? А, вон он что, смотри. Вон он их там убивает, прикинь. Прикольно. Давай, стреляй побольше. И давай этих солдатиков наших. Да, червь, смотри, молодец, справляется. Справляется с задачей. Интересно, блин, да, быстрая победа, конечно. Даже ничего сказать не успеваю. Вот солдатики, почему у них хпшка падает? Когда они, вот, они идут, ничего не делают, у них уже падает хпшка. Вот это у меня вот вопрос возник в этом. Так, появились какие-то чудики. Давайте быстрее. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Рано что-то я это все сделал. Давайте. Смотри, какой. С хлестами. Что он делает? Ой-ой-ой, какой жестокий был воин, да? Что будем улучшать? Давай червя улучшим. Take off. А, типа убрать, да? Зачем? Давай увеличим. Вот так вот. Ага. Вот так даже улучшим. Посмотрим. Тут можно заменить, но у нас пока денег нету. Все, отправляемся опять в батл. Так, червячок, посмотрим, как ты будешь реагировать сейчас. Убивать. О, потихонечку. В принципе, нормально, и деньги зарабатывает. Хорошо. Хорошо, ребята. Так, давай, лучница. Отрабатывай свою зону. Вот, все, победа. Хорошо. А, что еще можно улучшить? Давай добавим лучника еще одного. В принципе, больше денег нет. Ладненько. Так, вот ребятки идут. Смотри, червячок, смотри, как их фигачит. Молодец, червячок. Давай, работай. Ох ты, баллисты пришли. Сейчас уничтожим их. Да, мы их уничтожим. Они даже не успели выстрелить. Нормально. Хорошо, что я прокачал лучников прям. Вообще изи. Легко. Так, что будем улучшать? Давай замок улучшим. Вот так, отлично. Все, отправляемся в бой. Замок мы прокачали. Неплохо так. Я буду еще прокачать, посмотреть, интересно, что будет еще с более прокачкой замка. Он вообще там превратится в какой-то огромный замок. Все хорошо. Давай супер стрелы, побольше стрел. А, вот еще слизнячки идут. Три слизнячка, ну мы их сейчас быстренько. Все, расправились мы со слизняками. Так, а что там за деньги? Тут ничего нет интересного. Это типа открывать что-то надо. А карта что? А, карта это у нас... А, нифига себе. Это все открывать надо? Ладно. Так, хорошо. Батл. А, на карте можно нам воевать против другого замка, я так понял. Ну, нифига у этого кастла, сколько здоровья-то у этого замка. Сейчас посмотрим. Ну, тут видишь, крестьяне просто идут, да? Ну, крестьян много. Так, где у меня солдатики? Чего там спите-то? Алло. Давайте сразу вот так вот сделаем. Конечно, может быть, я поспешил.
Хорошо. Пока справляемся. Сейчас, если мы завоюем этот замок, будет очень хорошо, неплохо. Так, еще ребятки идут. Сейчас еще А, вот, все, давай. А, в смысле, маны нету? Ай-яй-яй-яй-яй, тут еще и мана какая-то есть. Офигеть, давай солдатиков. Все, пошли солдаты мои, воины. Давайте, отрабатывайте. Надо больше лучников, короче, ставить сзади, чтобы было побольше лучников. А у нас здоровье где? Офигеть, у нас ХП 5, что ли? Ё-моё, да мы... Нифига, мы проиграем, ребят, с таким макаром. У нас маны нету, ничего нету. Ёшки-моташки. Все, мы проиграли. Еще один удар, и все. Да-да-да-да-да. А денег мы тоже не заработали, да? Давайте сюда кого-нибудь поставим. А что мы здесь можем поставить? Дерево за 2000. А что нам дерево будет давать? Здоровье. Либо трофей какой-то можем поставить. Будет давать нам 2000 монет. Ух ты. Он монеты будет давать. Мне нужно срочно 2000 монет. 2000 монет сейчас заработаем. И поставим туда дерево, которое будет приносить нам деньги. Фига себе. Прикол. Это очень хорошо. Сейчас мы с этими разберемся, ребятушками. И, в принципе, будет победа. Да. Победа. Заработали немножко денег. Но у нас не хватает еще 1500. Давай еще раз. Еще раз в бой отправимся. Ух ты, это что за чуваки такие? А ну подожди, алло. Давай их всех расстреляем. О, это вообще какие-то монстрики идут, ребята. Не знаю. Хватит ли у меня мощности вообще здесь. А хотя да, ну неплохо. О, какой идет зомбарь, смотри. Так. Зомбаря этого надо как-то убить. Не знаю как. Сейчас мы проиграем, алло. Давай, стреляй. Есть, Виктория, победа. Отлично, и у нас есть 2000 рублей. Это что такое у нас? А, ты можешь здесь строить. Что? Так, давай купим шахтера. Ух ты. Давай поставим. Пускай он занимается золотом, естественно. Хорошо. Вот занимается чувак. Он добывает... Что он добывает? Золото? Это еще какие-то алмазы. Ну ладно, пусть добывает. А, все нормально, золото добывает. Хорошо. Хорошо. Ну что ж, дорогие друзья. Будем заканчивать серию. Если понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Всем пока-пока!